Всем привет! Сегодня новый день, новый влог. Я вышла за продуктами. В общем, такая у нас погода классная. Тепло, можно сказать, даже жара. Вот, градусов, наверное, 30 уже. Очень это радует, конечно. Хорошо. Вот. Так что иду тихо так, никого нет. В жару у нас никто обычно не выходит на улицу. Тишина, птички поют. Класс. Я сегодня одела розовую рубашечку и свои шорты розовые. И очень прохладно. Вообще даже не жарко, прям продувает, все хорошо так. Классно. Вот что значит, что натуральная ткань на тебе, никакой синтетики. Все такое уже зеленое вокруг. Листья большие уже выросли. Обалдеть. Птичка поет красиво как. Пацаны раскричались. Зовут друга на улицу. Помню, тоже мы в детстве также не было ни телефонов, ничего. Выходили во двор и давай кричать всех. Или просто заходили. Дверь стучались. Выходи на улицу. Во дворе стоишь, кричишь. Кричишь, Света, выходи на улицу. Классно, раньше не было телефонов. И сейчас я еще отказалась от лифта. То есть я на свой этаж поднимаюсь пешком. Вот. Чтобы тоже как физическая нагрузка была. Так, я собралась, в общем, сейчас быстро-быстро нужно будет нам сходить. Я хочу, в общем, Коля, чтобы он купил себе шорты, потому что прям необходимость большая купить шорты. Сейчас жара, у него нет шорт, чтобы одеть, в общем. Без него я тоже не могу купить, он вроде сейчас согласился, чтобы мы сходили, пойдем в Glorio Jeans, купим ему там шорты, короче. Там очень хороший, классный выбор, вот, очень хорошего качества. Также я тоже оделась в свои новые покупочки. Я снимаю на фоне вот этого бардака, потому что, по идее, я все бросаю сейчас и иду. Потому что они собрались гулять, а я предложила, в общем, купить шорты, чтобы жарко не было гулять. Короче, ладно, все, иду. А здесь я все упаковывала, потом все на мотивационном канале, вы сможете это все увидеть. Поэтому, если что, переходите по ссылочке внизу в описании и... Смотрите на канале про то, как я зимнюю одежду складываю. Ну и, в общем, всю остальную одежду в вакуумный пакет. Кстати, надо будет зайти потом, наверное, еще купить этих вакуумных пакетов. Хотя потом куплю, если эти использую. У меня еще есть. В общем, сейчас быстренько собираюсь. Вот так вот я выгляжу. Мне очень нравится то, что я себе купила. Вот, и иду. Все, меня уже ждут, заждались. Поэтому нужно быстренько собираться. И еще не забыть очки, потому что на улице у нас жара, солнце, день чудесный. В общем, вот. Все, иду. Давай, будем мерить все и потом уже решать. Все. Где мерить? Шорты. Розовый хочешь? Классный же розовый. Они любят розовый. Не, наверное, не очень. Регин, давай папе выбирай маечку красивую. У тебя получается хорошо. Так, давай выберем. Вот классный. Вот такую я на тебе выбирала, только белую. Регин, вот смотри, Джи-Джи. Она тебе такую брала, только белую. Но она стоит 4000. Да, папа, тебе такую брала, только белую. Вот, я тебе так хочу, так, я хотела тебе такую. А вот белая, смотри, какая одного. Классная. Легкая, наверное, будет, да. Писано, смотри, типа Версачи. Ну, вот это не такая ткань, вот эта ткань хорошая. Она не тянется. Размер просто побольше нужен.
И вот это тоже футболка классная. Порш. Смотри, футболка Порш. Футболка 1800 стоит. Порш написано. Коля вон сколько одежды набрал. Будет сейчас мерить. Давай маску эту в карман спрячем. Зачем она тебе сейчас не нужна? Спрячь маску в карман. И вещи снимешь, мне отдашь, чтобы на пол не класть. Ты как ты повесишь? Ты все, да, перевесь на одну сторону. Что мне одевать сначала, говорит? Ты одень этот низ какой-нибудь, и потом футболку будешь мерить. Одну, вторую, третью футболку с низом померяешь, а потом будешь другой. Так, первый аутфит, серая футболка и такие вот шорты, хаки. Ну-ка, повернись. Себе во дворе гулять пойдет, в принципе. Шорты именно вот эти вот мне не очень, если честно, не нравятся. Но если тебе в них удобно, они легкие, в принципе, можно. Футболка прям вообще твой размер, да, классно? Ну, футболку одевать, да, теперь другую футболку мне. Вот это твоя прям тема тоже. Мне, кстати, тоже камуфляж идет. Тихо. Видишь, как круто, да? Классно. Это твое. Ты, короче, то, что ты берешь, ты сюда на одну вешалку вешай. Вот эту майку берем, вот эту берем тоже. Ну, классно. Синяя тоже классная. Чай идет, а будет другие. Ну, может, побольше, наверное, там размер взять. Да, в горле, да? Тянь. Да? Просто запомни размер, можно будет поменять. И все. Не маленький? Нет. 31-й стал малой. Несу я. Какой размер? 32-й и 34-й. Дайте кладу телефон для всех. Вот на. Синий 32-й, 34-й. Меньше нет. Какие-то длинные, вообще не знаю, что так. Не потей. Ну ладно. Давай мери вот это вот последнее. Кто чем страдает, да? Если она у тебя встанет, я тебе пупыт куплю. Ты мне пупыт, если она встанет, то... Я тебе пупыт куплю. Не давай. Все, пупыт. А мне? А ты ей дай. Нифига себе, у Миланы сразу получилось. Нельзя так, нельзя. Милан, видишь, кинула и у нее. Давай Милан с тебя кинет тогда. Ой. Не, она просто подскользнулась уже. Тут же это. Не, пускай она сама за себя кидает. Не, пускай. Нет, стой. Открой, это моя вода. Высоко не подкидывай. Нормально, почему? А те были короткие, они как коротышки у тебя были. В принципе, более-менее тебя застегни, что ты не застегнешь. Не застегиваешь, тут нет дырки. Ну, тогда вот так сделай. Эти прям лучше на тебя смотрятся. Если тебе нравится, с карманами, конечно. Регина, отойдите пока отсюда. Ну, сейчас попутать померить. Тебе самому нравится? Комфортно? Нормально? А ты сядь на корточки, как тебе будет? А если застегнуть вот эту, вот, держи эту грудь. Сядь так. Нормально? Ну вот и бери, если тебе нравится карман. Будешь вниз класть телефон? Мама, у меня получилось. Хорошо. Я говорю, тебе Глори джинсы там за 9 тысяч. Ну ладно, ладно, бери. Что тогда эти джинсы? Вот эти, да? Да. Загореть только надо, ноги, чтобы загорели. Белые ноги. Дайте мне, чтобы мне
такая пышная такая пышка. Другой размер вон ездит. Не знаю, здесь давай на улице прохладненько, мне кажется. Хотим зайти в кафе шашлыков. Гриль. Хэштег гриль, бар. Вон все как смело заходят. Пошли тоже. Классно, да? Мама, картошку фри закажешь? Что, мы здесь закажем? Вау, красиво, да, здесь? Класс. И Wi-Fi есть. Что, сюда будем садиться? А ты куда хочешь? Я хочу. Давай здесь. Ты что хочешь? Айстейк из рыбы. Хочу наггетсы. Наггетсы хочу, наггетсы. Все, успокойся. Ты много не заказывай, что-нибудь одно. Что-нибудь покушать и что-нибудь попить, и все. Картошка фри, это попить нагенько. Что пометно, свиной бит, лаваш. Попить. Короче, давайте выбирайте, потом будем жевать. Попить вот это. А нет, вот это попить. Я же свинину нельзя. Я бы блинчики хотела. Если видишь, орешки, он к пиву. Что-то у меня кинзон. А ты блинчила. Вот тебе блинчик. Наггетсов нету, да? Креветки есть. А вот супы есть. Тут супчики есть. Сейчас принесу здесь. 20 минут надо. А здесь пицца заказать? Здесь пицца есть? Ты думаешь, пицца есть здесь? А что будет? А вы взяли коктейли, да? Они все равно не допьют. Я допью за них. Что это? А вот смотри, мороженое, если вот мороженое. Сладко. Вот название. Вот супчики название. Всякие разные есть, смотри. Вот это что, сухарики. Борщ по-сибирски. Солянка. Я, кстати, никогда солянку не ела. Солянку сами готовят. Балканский. А это что? Мама, я бы хотела блинчики с сметаной. Дома я тебе сделаю блинчики с сметаной. Ага. Здесь он комбо есть, видишь? Картошка фри, еще что-то тут, сосисочка длинная. Сосиска. Это не такая сосиска, это такая картошечка. Никогда не надо. 20 минут. 20 минут и готов горячий будем ставить. Спасибо. Можешь отбиться. Пока ждешь. Больше, чем 0,5 литра. Место 0,5. Тебе ничего не взять. Что за пиво, надо было спросить. Они сами готовят. Мне еще пиццу. Мне сказали пиццу. Горячее блюдо здесь готовится 20 минут. Пиво они сами готовят, кстати. Да? Безалкогольное. Безалкогольное? Безалкогольное пиво, говорит. Не знаю, посмотрим. Что-то
YouTube забанит. А я могу выключить его? А? Бургер! Или это не нам? А, это не нам. Я могу выключить звук? Ты уже не говорил. Нет, это кусочек всего. Я могу вставлять звук, мелодию около 30 секунд. Сёмгов соус. Это что такое, смотри? Это кукес сёмга. Вот оно. Филе сёмги в специальном соусе. Маринованный имбирь. Консервированные кукурузы, огурцы, консервированные ананасные, я такой не люблю. Ну что, все снять? Я смотрю заодно и снимаю. Для некоторым цены, может, будет видно, не знаю. Вот так я столько снимаю. 50 бивные он есть. Бургер пенсин. Вот, свежие овощи 700 тенге стоят. Картофель жареный, как чипсы, 399. Где жареные чипсы? Вот, как чипсы. Овощной салат вот такой вот, 219 стоит. Так его возьми себе. Кнопку нажмешь, он придет. Много народу, да? Кнопку нажмешь, он придет. Вон кнопка. Нет, а прикинь, вот так, да, в меню вот так раз тыкаешь, допустим, и столик свой, допустим, я не знаю, какой столик и что заказали, да, вот так, прикольно было, как сенсорные такие эти штуки. Скоро придумают там что-нибудь, планшеты будут какие-нибудь. Вот детское, видишь, меню, какие-то котлетки и пюрешечка. Вот. Детская комбо, видишь, вот вам из этого надо было что-то выбирать. У меня, честно же, башка начинает болеть от этого. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Со всех сторон. Не привыкшие мы к этому. Мне нормально. Нормально тебе? У него глаза сгорят. А здесь смотри, фотографии, вон, смотри. Классно. Потолок такой прикольный. Классно. Диванчики. Здесь даже Wi-Fi есть. Вот пусть камеры. Так, а здесь напитки уже пошли. Газировка 279 на 25. Сколько детей же много, да, заметил? Это фреши. Она принесла, смотрите, какие. Крупные такие. Откуда ты знаешь, что тебе принесут? Ну, мы же выбрали шоколадки. Вот он. Давай я дойду до него. Это ореховый какао вообще. Я думала, шоколад. Вот коктейли. И это горячий. А где коктейль? Вот коктейль мятный. Вот мятный шоколад. Молочный коктейль, смотри, в баночке приносит. Шоколадный коктейль. Коктейль шоколадный. Так, Иван-чай здесь есть, медовый. 500 тенге и 700 тенге. Мед с лимоном. Душно здесь, да? Он не работает. Без градусов, фирменный шашлыков без градусов. Это что, играть надо? 600 тенге. Нет, это да, просто... можно играть, а вот. Это такой. Это... Мой флот. Это как он называется? Морской бой. Принесли нам, то есть, ложечки, вилочки. В общем, здесь бесконечный такой этот, очень много всего, да? Здесь даже стопочки можем ставить. Я пока себе ничего не выбрала. Здесь уже спиртное, наверное, да? Алкогольные напитки. Всякие разные. Туалет. Так,
Кстати, открыты. О, нет. С поманочкой. Сейчас зайду с вами вместе. Открывай давайте экранчик. Куда подальше иди, даже здесь могут дверь открыть. Давай, а ты здесь мыло смотри. Вот здесь смотри, мыло. Давай. Мила. Мыло, давай. Мне прошу воды. Она не нажимается. Нету мыла, походу, нет. Как мой? Хотя здесь, может, есть. Вот оно и здесь. А, к тебе. Кончилось, видишь, мыло уже последнее. Вон мое это. Да, единственное, да, что здесь сами люди, видишь, свиняют, что ты мыту свою не забудь. Вот еще. Сами люди свиняют, что вот. Надо, пускай там лежит, не трогай, это же не покидало. Я убрала вот, чтобы нам здесь приятнее было находиться. Все? Вон там можно вытереть вон твоим штучкой и выкинуть ведро. Вытягивай ее. Это сами, которые тут продавают, они вот так руки моют, кидают и уходят. Нет, это общественный туалет еще. Все, вот ведро есть специально, выкидываем. Принесли картошку фри. Вкусная? Картошка фри. Да. Она горяченькая, прям только что, с пылу с жару. Есть еще детский стульчик для кормления, если кто-то с маленьким малышом придет. Вкусно? Да. В таких баночках приносит. Смотри, а морда какая у него злая здесь нарисована. Шоколадный коктейль. Ну, давай, кушай. Пей, верни. Дача ты какая? Икра в бургер. Ага. Странно. А, верно. Спасибо. Прикол. Прикол есть. Капается прям. Картошка какая. А что за картошка? Типа такая жареная. Это как мы в этом парке ели. И салат, соус какой-то. А здесь бутерброд. Котлеты две штуки, представляешь? Две котлеты. Так, ты дальше все есть. Я хочу разрезать это. Еще картошка фри здесь. Картошка фри! Сегодня это надо тарелочку не принесли, надо будет попросить. Что, нажать, да? Вторую тарелку попросить? Здесь есть кнопочка, на которую нажимаешь вот так. И официант приходит. Я разрезала пополам. И не жми сторон. Не надо нажимать. Сейчас мы его вам поделим. Что, как шашлык? Вкусный? Да? Разделила девчонкам бургеры, они едят с удовольствием. Знаешь, что уже ночь почти, смотри. И как это говорится, от шеф-повара, да, получается? Как это? Фирменная. Очень вкусно. Бургер. Красбургер это называется. Как в губке Боб. А вот это острое? Здесь есть такой вот салатик еще. Я буду салатом питаться. Приятного аппетита. Если бы вы знали, как этот шашлык пахнет, вообще, да? Классно. Мам, что там есть, да? Просто я тебе пришла. Картошечка. Да, шашлычок. А меня никто не показывает, да? Там вот это все. И Регина пьет коктейль. Что такое? Грибочек какой-то.
Очень большие порции, да? Девчонкам понравилось, да, все это? Ага. Красбургер девчонкам понравился. Картошка фри здесь прям с пыла с жару, классно. Прям горяченько. Ой. Порции очень большие. Потом официанты уже все будет кушать. Официанты все шустрые, быстрые, прям обалденно все. Раз-раз горячее блюдо, ждем 20 минут. Все ждут 20 минут, именно горячее блюдо. В любой столовой, в Чемпинске, в любом кафе хлеб, он уже идет. Мы наелись и идем, наверное, уже домой. Поэтому всем пока-пока. А, кстати, я дома еще скажу. Так, мы пришли домой. Хотела вам показать поподробнее, что мы же купили там. Вот такую вот майку. Nike написано. Серую. Простая обычная футболочка. 2200 стоит. 52 размер. И еще одну вот такую вот. Это под джинсы можно, например, одевать. Мне очень понравилась ткань. Она такая, знаете, не вытягивается. Здесь на резиночке. XL. Вот. Цена у нее была 3000 с чем-то. Около 3 тоже. Она недорогая, но такая прям качественная. Там что? Вода есть? Ты есть, есть, нормально. Есть, мама. Также вот такую майку Коля себе взял, чтобы ездить на велосипеде, на рыбалку ходить, да и просто на улице можно, чтобы нормально загореть, руки, чтобы нормально ведь загорели. 1800 всего такая маечка стоит, классная, камуфляжная. И еще взяли вот такие вот шорты взяли. Он захотел вот так вот с карманом. Здесь, конечно, пуговичка не очень, но ничего. Он, наверное, не будет ее застегивать. Даже здесь нет прорези. Эти шорты стоят 4500. Вот. В общем, размер у нас какой, сейчас скажу. 34 размер. Обалдеть. До этого был 31 или 32, сейчас 34, прям идеально все село. Сзади, в общем, вот так вот они выглядят, кармашки. Но мне понравилось, как они на нем сидят, прям круто. Это одни шорты. Джинса, кстати, такая легкая, прям тоненькая. И еще вот такие вот шорты, тоже на повседневку, на рыбалку можно ездить. Вот, вот такой вот кармашек здесь имеется на замочке. Ну и сзади, по-моему. А, нет, сзади нет. Вот здесь только спереди, по-моему, кармашки. А тут обманки. Тут нет карманов. Есть только вот один карман. Вот тут вот сбоку, внизу. Вот ткань тоже такая же. Она более похожа на ХБшку. Вот такая плотненькая, не просвечивающая. Легкая очень. Вот. Размера нету. Не указано. 2200 стоит. В общем, не очень. Недорого. Я думаю, на один сезон, в принципе, поносить очень даже неплохая вещь. И еще я хотела вам показать, что, сколько же мы потратили в кафе шашлыков. За коктейль шоколадный, мы за 2 коктейля мы отдали 1158 тенге. Картофель фри одну порцию 589. Крафбургер 1679. Биг шашлык из свинины, картошка без соуса стоит 2599. И пиво светлое пол-литра 449. Обслуживание 10% взяли, это 647 тенге. Итого мы отдали 6474, а тут почему-то... А, это вот с этими, наверное, да, вместе 600 тенге. 7121 мы отдали. Да, вознаграждение, не знаю, Коля дал, не дал, но чаевые. Вот. Все, на этом сегодняшний влог заканчиваю. Всем пока-пока.